Сегодня в отделе ГИБДД «Пушкинская» брифинг, посвященный 6-й глобальной неделе безопасности дорожного движения. Ее главный девиз – «Снижаем скорость, сохраняем жизнь». Основная задача – снизить скоростной режим на дорогах. Сотрудники ГИБДД проводят проверки и выявляют злостных нарушителей, наказывая их рублем. Водители просим убедительно соблюдать правила дорожного движения, а это именно скоростной режим. Потому что в большинстве случаев люди все время куда-то торопятся, а пешеходы не смотрят на состояние дороги и считают, что переходя проезжую часть по пешеходному переходу, освобождает их от ответственности 100%. Особое внимание – безопасности детей на дороге. Накануне летних каникул стартовала акция «Внимание, дети!». В рамках данной акции в образовательных учреждениях проводят дополнительные занятия по правилам дорожного движения. Моделируют дорожные ситуации, рассказывают детям, какие скрытые опасности поджидают пешеходов. Все, что связано с пешеходами, светоотражающие элементы, знание правила дорожного движения, как, где и когда, на какой сигнал светофора нужно переходить проезжую часть, чтобы это было максимально безопасно. Будут проводиться беседы не только с водителями и детьми, но и с родителями. Как подчеркивают в госавтоинспекции, положительные итоги акции во многом зависят именно от них. Взрослые должны научить и на личном примере показать, как правильно нужно вести себя на дороге. В вечернее время особое внимание обращаем на то, чтобы родители одевали детей так, чтобы у них на одежде присутствовали световозвращающие элементы, которые позволяют в темное время суток увидеть пешехода на проезжей части. За 5 месяцев этого года на территории обслуживания Пушкинского ГИБДД произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Глобальная неделя безопасности завершится 23 мая. Кристина Лушникова, Владимир Безлепкин, Анна Белова. Программа «День за днем».